меня и так полная башка этого инфомусора. Вот вы знаете что-нибудь про турмалин? А я знаю. А потому что надо знать свои зодиакальные камни. «Гуси-лебеди». Помните такую сказку, да? «Гуси-лебеди». Замечательная сказка. Там, если помните, гуси воруют младшего брата у одной, скажем так, ветреной девочки. Ну, сейчас бы просто так не получилось, как в сказке, друзья, особенно если бы дело происходило 2 ноября и в Москве. Потому что, ну, куда ты улетишь в московском тумане? Ваши действия, если восстанут мертвецы. Во-первых, спрошу у деда, где деньги. Так, смотрите, так. Всем привет, друзья! Меня зовут Савва, это шоу «Изи». Здесь гасят новости. Здрасте! Ну и в самом начале хочу поздравить вас с нашим большим государственным праздником, с Днем народного единства, который мы всей страной отмечали вчера, а сейчас продолжаются длинные выходные, посвященные этому событию. Еще в 1649 году указом Алексея Михайловича этот праздник был объявлен государственным, так что мы, считайте, вернулись к истокам в 2005, когда этот праздник вновь появился в нашем календаре. Всех с Днем народного единства! Ну а теперь к новостям, погнали! Музыкальные новости! Оксимирон вернулся, ребята! Воу! Йоу! 1 ноября Оксимирон выпустил трек под названием «Кто убил Марка» и одноименный клип. 10 минут идет клип, 10 минут идет клип, там Мирон Федоров рефлексирует о собственной жизни, участии в политическом активизме, скелетах в шкафах. Многие вещи рэпер впервые проговаривает публично, отсылаясь к конфликту 10-летней давности. Нормально накопилось у него, конечно. Какие у меня события в жизни были, о которых можно было бы записать рэп? А, мне же 10 лет назад Жиган пощечину дал. Сделаю-ка я про эту песню. Представляете, какой уровень вообще конфликтов в российском рэпе? В Америке там по 50 пуль вгоняют в рэпера, и ничего, он потом еще 7 альбомов выпускает. У нас пощечина. Вообще весь русский рэп — это в каком-то смысле пощечина. Рэпу в целом и общественному вкусу во многом. Вот. Что это вообще такое? Ну, дали пощечину, 10 лет рефлексировал, мучился, с психологами прорабатывал, и вот разродился клипом. Блин, нелегкая судьба у человека. Я начал жить в трущобах городских. Вот песня про нелегкую судьбу. Или «Убежал я из дома», понимаете? «Бродил по сказочным мирам». «Я прошу, забери меня, мама, с улиц городских обратно домой! Я хорошим и правильным стану! Я хочу домой, а здесь я чужой!» Вот там слезы, понимаете? Вот Митя Фомин, понимаете, вся боль человеческая в этом треке была у Хай-Фая. Настолько была крутая песня, Митя Фомин ее даже петь сам не мог, другой человек спел за него. Слезы душили на записи артиста! А тут пощечину дали! Реперу. Вот у Моргенштерна. Вот этот человек творчеством занимается. Как дела, это новый Кадиллак. Ничего не надо знать, чтобы слушать Моргенштерна. Более того, последнее забудешь, если будешь слушать Моргенштерна. Хорошая, простая, тупая песня. Ни рифмы, ни смысла. Послушал все под попкорн. Брюки сменил нас на чистые и пошел. Мне не очень понравился этот клип. Вот такой вывод я из этого делаю. Но я могу ошибаться, потому что, ребят, чувство вкуса, оно у всех разное. У кого-то есть, у кого-то нет. Спасибо. Ты никогда не бывал в нашем городе зомби. Назван худший город для встречи зомби-апокалипсиса. Короче, если вдруг начнется зомби-апокалипсис, я не рекомендую вам в этот момент оказываться в Нью-Йорке. Нью-Йорк считается худшим городом для этого ивента, потому что там расположено в городе почти 10 тысяч кладбищ, на которых захоронено практически 13 миллионов человек. И если вдруг мертвые начнут вылезать из земли, ну, их будет довольно много. А лучшим местом, чтобы защититься от зомби, аналитики назвали Аляску. Вот такая куртка. Идешь в Аляске, ни один зомби прокусить не может. Ну просто там...
Там реально меньше всего захоронений. Пишут, что если мертвецы восстанут из-под земли, я вот в такую передачу превратился, да? Ваши действия, если восстанут мертвецы. Во-первых, спрошу у деда, где деньги. Так, смотрите, так. Так, на самом деле, ребят, ситуация, короче, не такая страшная, потому что, ну, ничто пока к зомби-апокалипсису нас реальному не ведет. Но у нас же есть специальный корреспондент Николай Топоров, а этот человек, знаете, может все что угодно раскопать. Как бы это странно не звучало в контексте данной новости. Он прямо сейчас находится в одном засекреченном российском городе, который по закрытой статистике, только между нами вам расскажу, признан самым безопасным городом на Земле в случае зомби-апокалипсиса. Николай, здравствуйте, расскажите, что у вас там сейчас происходит? Да, здравствуйте, Сава. Я нахожусь в суперзакрытом секретном городе. Я даже не могу вам сказать его название. Это самый безопасный город в России с точки зрения зомби-апокалипсиса. Как вы все знаете, зомби очень любят мозги. А мозги куда утекают? На запад. Соответственно, все зомби просто уйдут на запад, а мы здесь будем и дальше смотреть СТС. Скажите, а где еще безопасно, кроме этого города? Ну, меня здесь заверили в штабе по координации зомби-вируса, что будет безопасно более-менее в Москве. Там зомби будут неохотно вылезать из земли. А почему? Ну, если у тебя место на кладбище стоит несколько сотен тысяч долларов, что из него вылезать-то? Еще поговаривают, что к работе над остановкой зомби-апокалипсиса будет привлечен Сергей Семенович Собянин. Он уже разрабатывает план, по которому зомби смогут выходить на улицу только по QR-коду. Скажите, Николай, как конкретно люди готовятся к возможному вторжению зомби? В городе сформирован так называемый отряд «Невидимка». Он может беспрепятственно проникать в ряды зомби и разрушать их изнутри. Он полностью состоит из участников «Дома-2» и представителей TikTok-хаусов. Кстати, здесь есть четкий план, что делать, если все-таки зомби нападут. Вот мне передали его из генерального штаба. Через громкоговоритель будет сделано объявление о распродаже новой модели айфона. И когда зомби по привычке припрутся по указанному в объявлении адресу, тут-то они и попадут в ловушку, из которой уже никогда не выберутся. Так, и что это за ловушка? Икея. Ну и вот еще хотелось бы кое-что рассказать. Витя, Вить, ты нормально себя чувствуешь? Вить, что с тобой? Вить, что ты какими-то пятнами пошел? Витя? Витя, ты зачем ешь мандарины? У тебя же на них аллергия. Витя! Витя, остановись! Сава, все, я больше не могу разговаривать! До связи! Надеюсь, с Николаем все будет в порядке, потому что искать нового корреспондента накладно. Это был Николай Топоров. Спасибо за репортаж. Государственный институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина подвел итоги исследования и выбрал слово «года». Правда, здесь не указано по горизонтали или вертикали. Достаточно прогнозируемо словом «года» стало слово «спутник». В 2021 году его употребляли в 9 раз чаще, чем ранее. Увеличение частоты его употребления, в частности, связано с названием российской вакцины от COVID-19. Да, видите, это все-таки из-за вакцины, не из-за давы. А действительно... Хотя и в этом контексте его тоже употребляли. Итак, действительно, слово «спутник» стало главным словом 2021 года. Для сравнения, в 1185 году словом «года» стало слово о полку Игореве. Так вот... Ну, а как реагировать? Ну, вау! А что это просто за номинация такая? Что такое вообще слово года? Как мне жить с этой информацией? Это как пуговицу года выбрать? Вот это перламутровые с четырьмя дырками. Все, все остальные пуговицы лошье. Вот это лучшая пуговица. Выбрали вот такую. Канцтовар года скрепка. Ух ты! Все побежали сметать скрепки с прилавков магазинов. Что мне с этой информацией делать бесполезной? У меня и так полная башка этого инфомусора. Вот вы знаете что-нибудь про турмалин? А я знаю. А потому что надо знать свои зодиакальные камни. Я прям представляю эту церемонию, когда выбрали слово года, выходит спутник, выходит само слово и говорит, я бы хотел поблагодарить китайца, съевшего летучую мышь, людей,
которые масочный режим не соблюдают и самоизоляцию, антипрививочников хотел бы поблагодарить, всем, кто по Турции и Египтам во время локдауна разъезжает. Всем спасибо, без вас меня бы так часто в этом году не употребляли. Кстати, само слово «спутник» — это одно из двух слов русского языка, которое вошло в общий мировой словарь, потому что «спутник» на всех языках так и остается «спутник». А второе слово, кстати, «икра». Причем именно черная икра, она везде икра. Поэтому всем желаю бахнуть спутника и закусить его икрой. Ранее, кстати, составители Оксфордского словаря тоже выбрали свое слово года. Не отстают от наших, и это стало слово «вакс», то бишь «вакцина». По-русски это звучит «вах», и это нам тоже довольно близко. Слово года эксперты выбирают аж с 2007-го. В 2009-м словом года была «перезагрузка». Очень была тогда популярна эта передача, видимо. Вот. В 2008-м слово «кризис», что неудивительно. А в 2007-м словом года был «гламур». Я вам что хочу сказать? Верните мне мой 2007-й, когда словом года был, блин, «гламур». О важном поговорим, ребята. Туман в Москве помешал принять и отправить более 200 самолетов. Вот такая проблема. Утром 2 ноября из-за тумана табло столичных аэропортов сообщило об отмене и задержке рейсов, дорогие друзья. Все видели в Москве туман? Да. Да? Молодцы. Даже если вы не выходили в этот день на улицу, вы все равно видели туман, потому что Инстаграм был им завален. Люди увидели туман, ну это же обалдеть. А потом снег будет еще первый, ребят, в этом году. Не забудьте выложить, а потом град какой-нибудь еще, а там, глядишь, и ноябрь закончится как раз. В общем, реально это было удивительно, удивительно, потому что вся лента Инстаграма, Фейсбук, ТикТок, все было завалено туманом. Это просто, ну, состояние воды, что вы его выкладываете? Ну, я понимаю, салют. Прекрасное погодное явление для застройщиков, я вам хочу сказать. Потому что приезжает какая-нибудь комиссия принимать небоскреб в 120 этажей, а видно только два. Она говорит, вы не переживайте, сейчас просто туман, остальные 118 там тоже есть. Подпишите, пожалуйста, быстро документы, мне очень нужно в аэропорт. А самолеты не летают. Блин, чертов туман, и здесь не помог. Ну, знаете, зато все вспомнили, кто такой Владимир Маркин. Это певец, который написал песню «Сиреневый туман», и больше ничего он не написал известного, потому что именно под его песню в ТикТок все туман выкладывали. Но я думаю, что все дело в том, что очень многие люди сейчас не могут улететь за границу, а олигархам хочется, чтобы все было как дома, как в Лондоне. Поэтому, как говорится, если Лондон не идет к олигарху, то олигарх сделает Лондон в Москве. Звериный оскал капитализма в шоу «Известь». Американец отредактировал книгу диснеевских сказок, чтобы уберечь дочь от гендерных стереотипов. Ну, вот это там, мужчины, женщины, вот это все, атавизмы эти. Прошлый век. Кто сейчас живет, конечно, в этими паттернами? Так, сначала досталось русалочке Ариэль. Заботливый папаша был категорически не согласен с решением героини испечь торт для принца Эрика. Он убрал торт, который пекла Ариэль, и нарисовал вместо торта пиццу. «Зачем она что-то печет?» — сказал американец. «Она же стала тратить свое время исключительно на него, да еще и в дополнение к тому, что поменяла свое тело, ушла от семьи и друзей». Негодует этот политкорректный сказочник. А ведь пицца, как мы знаем, появляется из воздуха. Ее никто не готовит, ее никто не везет белому человеку. Никто за копейки не работает на кухне по 12 часов, чтобы сделать тебе пепперони, а потом сквозь дождь и снег не везет ее на велосипеде. Нет. Мы, конечно, не остались в стороне. И решили, а вдруг действительно наши тоже отечественные сказки подустарели немножечко, иллюстрации к ним тоже уже не отвечают веяниям сегодняшнего дня, и мы их решили немного подкорректировать. Ну, мало ли ребенок будет задавать вопросы. Вот смотрите, вот «Колобок», например, да? Замечательная сказка, потрясающая иллюстрация. Кто-то освоил флеш. Ну, Колобок, смотрите, что он там, от бабушки ушел, от дедушки ушел, это мы все помним. Потом Колобок покатился в лес,
покатился в лес, кого же он встречает в лесу? Ну, по старой сказке он там встречает медведя, заяц. Нет, это все, ребята, позавчерашний день. Он там встречает лося и пытается... И пытается ему как-то помочь в лесу. В багажник его кладет, но тут приезжает полиция, и Колобка закрывают за браконьерство. Но это, конечно, сказка, в реальной жизни такого не бывает. «Гуси-лебеди». Помните такую сказку, да? «Гуси-лебеди». Замечательная сказка. Там, если помните, гуси воруют младшего брата у одной, скажем так, ветреной девочки. Ну, сейчас бы просто так не получилось, как в сказке, друзья, особенно если бы дело происходило 2 ноября и в Москве. Потому что, ну, куда ты улетишь в московском тумане? Все, никто никуда не летит, все спасены, в сказке хэппи-энд. «Золотой петушок», помните сказку, да? Ну, там тоже иллюстрация абсолютно не соответствует тому, что можно встретить в реальной жизни. Вот как должна выглядеть иллюстрация к сказке «Золотой петушок». Если вам это кажется слишком шокирующим, ладно, давайте по-другому проиллюстрируем «Золотой петушок». Давайте вот так. Есть еще прекрасная сказка, та же самая «Русалочка», да? Ну вот «Русалочка», смотрите, ну с ракушкой. Ну кто? Какое странное слово. Какое странное слово получилось. Чебупели с ракушкой, это вот такое все. То, что в «Пятерочке» в холодильном ларе лежит. Нет. Конечно, она должна быть не с ракушкой. Как она до принца дозвонится по ракушке? Дудовой головой тоже. У тебя же ног нет, а не мозгов. Вот как надо. И все, и она гораздо быстрее свяжется со своим принцем. Сказки, ребята, должны быть современными, актуальными и правдоподобными. Хватит обманывать детей. Ну или нет. Вам, театралы, у меня есть для вас несколько новостей, хорошие и плохие. Как к какой относиться, это вы решите. Новый генеральный директор МХАТ имени Горького отменил показ спектаклей с Ольгой Бузовой. Хорошо, что Ольга сама пришла сегодня в зал. Говорят, билеты не продаются. Тихо! Есть Бог, смотрите. Нашли доказательства его существования в рамках шоу «Изыс». Так, смотрите. Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман отменил запланированный на 2 ноября спектакль «Чудесный грузин». Вот что туман был в Москве в этот день. Это природа плакала. По Оленьке. Вот, «Чудесный грузин» — это не спектакль про Саакашвили. Потому что Саакашвили сказочный. Вот, Оля сама вот что сказала, что это все вранье и поклеп. Он говорит, что билеты в зале раскупили за считанные дни, окаянные дни, я бы, если уж классику цитировать, сказал бы. Вот, художественный руководитель ушел из театра на фоне всего этого, там, короче, прям очень сложная ситуация. Ну, не знаю, ну, без Бузовой, конечно, в театре я вообще теперь не знаю, что делать, честно говоря. Но хорошо, что театры работают в локдаун, действительно, можно туда сходить, и это одно из немногих мест, которые во времена локдауна в Москве можно было посетить. Это куда можно было сходить? В Ашан, который был заполнен процентов на 40, да, в театры, которые заполнены на 50, либо можно было сходить в Хургаду, которая была заполнена на 120%. Как определить после локдауна человека, который все это время не сидел дома? Он либо рассуждает о тонкостях постановки Чехова в театре Ермоловой, либо, сука, загорелый. Все, два варианта. Кстати, если вы хотите успеть в театр сходить, пока народу там действительно не очень много, лучше сделать это прямо сейчас, потому что мэр Москвы Сергей Семенович Собянин сказал, что локдаун с 8 числа продолжаться не будет. Да, все вернется на круги своя. Все, все опять пойдут на работу. И эта отмазка у меня исчезнет, что я не могу ходить в фитнес, потому что он не работает. Теперь я просто не могу ходить в фитнес, потому что не хочу опять. А надо бы, как утверждает моя жена. Поэтому у меня столько работы, я стараюсь не попадаться ей на глаза. Так что, наконец-то, театры будут, видимо, заполняться по полной. Допуск зрителей возможен только при наличии QR-кода и маски. Поэтому ария Мистера Икса будет выглядеть чуть иначе. Всегда быть в маске и с QR-кодом, а также вакцинированным — судьба моя. Машина, которая стояла на одном месте 47 лет, стала официальным памятником. На ней даже наклейка была: «Мне плевать на всех, паркуюсь на полвека».
Британец не пошел на работу из-за отсутствия чистых носков. Потом посмотрел, у него и рубашки чистые нет, и взял больничный. Мужчина подал на развод, увидев свою жену без макияжа после свадьбы. Краткое содержание, блин, моего первого брака. Так. Где она сейчас, интересно? Плачет, наверное, по-прежнему сидит. Упустила. Уплыла рыбка. Кит. Ушел галфом. Вот такие приколюги придумал я. Пишите свои версии и репризы на эту новость. Под прямо этим выпуском, в закрепленном комментарии я оставлю новость. Лучшая шутка прозвучит в следующем выпуске. А вот вам шутка из выпуска предыдущего от Дмитрия Бондаренко. Марш в защиту маленьких пенисов прошел в Лос-Анджелесе. И по случайному стечению обстоятельств совпал с выставкой самых больших автомобилей. Пишите свои шутки, я обязательно прочитаю самую интересную. Все, мальчики и девочки, на сегодня программа наша завершается. Услышимся и увидимся буквально через пару дней. Не забывайте делиться этими роликами с своими друзьями, близкими, знакомыми. А на сегодня все. Еще раз всех с праздником, с Днем народного единства. Меня зовут Сава, это было шоу «Известь». Пока!